Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами Роман Карасев. И сегодня я посетил тренировочное занятие в клубе New Fitness от Расула Бакиева, где я принял участие вне борьбы и также встретился с официальным представителем Федерации Дзюдо Ирана в Российской Федерации, Савашем Назери. И, конечно же, я не мог обойти стороной такой случай и узнать, как вообще Саваш Назери оказался в России, какие цели и задачи стоят перед ним как представителем Федерации Дзюдо Ирана в России и вообще о дзюдо. Здравствуйте, Саваш. Здравствуйте, Роман. Очень приятно с вами встретились. Во-первых, во-вторых, я горжусь. Живу в России и здесь тренируюсь. Я 7 лет боролся, школа самбо 70. Тренера хорошие, ребята там очень хорошие. Я очень доволен, очень благодарен там. И вообще почти 30 лет живу здесь в России, гражданин России. Двойное гражданство у меня. Гражданин Иран, гражданин России. И хотел про дзюдо рассказать. Дзюдо, во-первых, это мой жизнь. Про дзюдо российский, ребята очень сильные, тренера очень хорошие, очень. И я с ними постоянно тренируюсь, и все хорошо у меня. Саваш, ну, конечно же, в первую очередь вопросы о вашей миссии как представителя иранского дзюдо. Ну, во-первых, традиции очень большие иранского дзюдо на мировой спортивной арене. И вообще традиции борцовские в Иране очень большие. Да, да. Но сегодня мы знаем, есть, ну, такие, можно сказать, ну, я уверен, временные сложности. Пока запретом о выступлении иранских спортсменов, дзюдоистов на международной арене. Вот ваша миссия как представителя имеет такую, как бы, цель, ну, расслабить вот это напряжение и для того, чтобы и все-таки иранские спортсмены могли вновь принимать участие в турнирах самого высокого уровня? Конечно. Сейчас расскажу. Вот, во-первых, у нас санкция напротив Ирана уже несколько лет, вы сами знаете. Санкция. И почти надежды не было у никаких спортсменов. Не только дзюдоистов, остальные тоже. Постоянно санкция, постоянно проблема, нету надежды, нету. Но когда я с ними встречусь, обязательно им расскажу, как ребята здесь борются в России. Как им трудно, особенно город Москва, большой город, когда есть соревнования, из Дальнего Востока приедет сюда, чтобы даже ветеран приедет, 2 недели они садятся в поезд, приехал на одно соревнование. Так что я постоянно с ними на связи, им расскажу, какие трудности есть здесь. Давайте, ребята, постарайтесь, не пускайте свои шансы и занимайтесь. Скажите, вот как сейчас вообще в Иране развивается дзюдо? Ну, вот я знаю, что Араш Мирисмаили, известный мировой спортсмен, дзюдоист, многократный участник и чемпионатов мира, и Олимпийских игр. Он сейчас возглавляет Федерацию дзюдо Ирана. Какие сейчас стоят цели у Федерации? Ну, то есть, тренировочный процесс продолжается, спортсмены тренируются. Как обстоят дела? По молодежным, по старшим группам. Он очень сильный. Значит, сильно постарается он, очень даже, особенно вот 4-5 лет, 4 года, 5 лет они не участвовали на никаких соревнованиях, очень серьезно он всерьез принимает, особенно в России, очень много они, ребята наши, приедут, молодежь, старший групп, приедут сюда на соревнования, и здесь, конечно, Федерация, Российская Федерация, они очень помогут в этом деле. Как вы думаете? Вот все говорят, что дзюдо – это больше, чем спорт. Ну, такое есть. Это однозначно. На ваш взгляд, все-таки спорт вообще должен быть вне политических действий? Это обязательно. Это политика – это отдельный разговор. А спорт – это другое дело, совсем другое дело. Это молодежь, это люди.
они занимаются, за это здоровье у них есть. А не надо испортить их здоровье. Если политика наверху, какие-то проблемы между ними, меня не касается. Качество спортсмен меня не касается. Конечно, как гражданин России меня касается. А как спортсмен меня не касается. Не должны действовать на вот любой спорт. Скоро, вот буквально уже в конце этой недели, будет отмечаться Международный день дзюдо. Так. Что бы вы могли пожелать от себя лично и как представитель Федерации дзюдо Ирана всему мировому сообществу дзюдоистов, ну и вообще всем людям на всей планете Земля? Желаю им вообще здоровья, мир и здоровья. Саваш, это наша первая встреча, но я думаю, она не последняя. Я думаю, мы с вами встречаться будем, будем обсуждать дзюдо во всех странах, будем заниматься. Обязательно. И советуем это делать всем. Обязательно. Спасибо вам большое, что спасибо вы вам за интервью. Разрешили с вами побеседовать. Ну, пускай короткая, но очень приятная встреча. Спасибо вам. Извиняюсь, если по-русски, я не очень-очень. Вы знаете, один мой хороший знакомый из Великобритании, дзюдоист, он так мне сказал, что когда я тоже извинялся, что я плохо говорю по-английски, он мне сказал так, что: «Роман, я ни одного слова не знаю по-русски, поэтому спасибо тебе, хоть ты знаешь несколько слов по-английски». Поэтому, Саваш, к сожалению, я не знаю ни одного слова на иранском языке, но я рад, что вы говорили со мной на русском языке. На фарси хошалам аз дидар шума.